Доброе время суток, уважаемые удалисты! Позвольте вам представить обзор содержимого коробки новинки от фирмы Panda, основной боевой танк Соединенных Штатов Америки М1 Абрамс, выполненный в 35-м масштабе. Давайте посмотрим, что находится внутри здесь, в данной коробке. Итак, вот она новинка, очередной Абрамс, основной боевой танк Соединенных Штатов Америки. М1 Абрамс, 35-й масштаб. Сейчас выпустила фирма Panda. Моделей таких уже, честно говоря, миллион. Кому только не лень делают Абрамс. Ну, довольно-таки известный танк. Почему бы не делать на него модель? Не знаю. Серийно выпускается танк с 1980 года. На вооружении стоит в нескольких странах. Это США, соответственно, Канада, Исландия, Австралия, Дания. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. Модификация М1 на 1980 год. Здесь у нас 105-миллиметровая нарезная пушка с боекомплектом, 55 выстрелов. Вообще выпущено более 10 тысяч Абрамсов всех модификаций. То есть, ну, довольно-таки известная, повторюсь, машина. Артикопий H35030. И давайте посмотрим, что у нас внутри. Начнем мы с того, что скроем литники. Один момент. Итак, начнем с корпуса танка. 2017 год, конец года, Panda Hobby, то есть свежая абсолютно модель, вот она прям только была в виде эскизов на компьютер, и вот можно уже ее подержать в руках, не только мне, но и вам. Толкатель находится в невидимых частях модели, что в принципе естественно. Два, у нас три даже одинаковых литника. Это у нас траки, катки. Траки, соответственно, пластиковые, наборные. Четыре литника, прошу прощения, четыре одинаковых литника. С ними довольно много будет работы, потому что каждый стоит из большого количества отдельно вылитых деталей. Так что для любителей натуральности, да, если так можно сказать, это вот самый писк. Чем поковырять, пособирать. Очень долгая, идентичная, одинаковая работа. Кому не нравится, можно поменять на железо. Благо, железных траков много на Абрамс. Второй литник. Еще вам поближе приближу. Здесь у нас башня танка из двух частей состоящая. Ствол вы можете видеть. Пулемет. Ну, я бы не сказал, что прям большое количество деталей в наборе. Нормальное. Литник с пластиками, прозрачными деталями. Дальше. В комплекте есть у нас вот отравление. Все хорошо. Ну, правда, хорошо. Вот оно. Есть у нас лист с лекалями. И два железных троса. Именно железных. Поэтому достаточно, я считаю, что достаточно хорошая комплектация модели. В принципе, все нужно есть. Так, инструкция. Цветная обложка. Глянцевая бумага, прекрасно.
Что входит в набор на развороте страниц и сборка уже, ну, опять же, довольно-таки простая, вернее, не простая, а подробная. С ходовой части начинается сборка. Дальше траки. И уже башня в конце. И отдельно в наборе есть лист с двумя, нет, не двумя, четырьмя вариантами камуфляж, которые можете выбрать. Раз, два, три и четыре. Вот такая хорошая модель, на самом деле совершенно неплохая. Артикул данной модели PR35030, фирма Panda. Приобрести данную модель вы можете на нашем сайте itermodelist.ru. А я вам говорю спасибо, что смотрели, что смотрите. Ставьте лайки, пожалуйста, если не жалко вам. Увидимся, услышимся. Пока-пока. До встречи.